Привет, друзья! Как дела? My name is Fedor, and today is another slow Russian video. Today I'm going to be talking about books. I'm going to be talking about how I treat them, how I read them, all of those things. I'm going to talk about it today. Well, let's get to it, and hopefully you're going to get some new vocabulary from this video. Книги. Я очень люблю читать книги. Я помню, как я прочитал свою первую книгу. Моя мама дала мне детектив. Детектив Бориса Акунина. И я был настолько увлечен историей, я прочитал довольно-таки быстро. И я настолько был увлечен этой историей, что я не мог не прочитать следующую книгу Бориса Акунина. Про того же самого героя. Я прочел все книги этой серии, и я понял, насколько я люблю читать. Это была моя первая серия книг, которые я прочитал за свою жизнь. И потом постепенно я перешел к книгам от художественной литературы до нехудожественной литературы, научной, либо же как-то, которые направлены на саморазвитие и так далее. И сейчас у меня за моей спиной, я сейчас читаю почти только вот именно книги, которые направлены на саморазвитие. Я считаю, что где-то 90% моего успеха какого-никакого в моей жизни, я этим обязан вот тем книгам. Потому что люди делятся своим жизненным опытом. И зачастую это люди, которые прожили большую и очень плодотворную жизнь. Они делятся своими советами, своими секретами их успеха и так далее. Изначально я думал, что эти книги, они будут типа такого: ты все сможешь, ты молодец, ты самый умный и так далее. Мне это не нравилось, но я понял, что люди и вправду делятся полезными советами из своей жизни, которые каждый из нас может перенять и использовать в своей жизни также. И поэтому я решил, что я буду читать как можно больше. И сейчас у меня в день уходит примерно 30 минут на чтение. Я этому, несомненно, рад, потому что я вижу, как мой разум развивается, как мое мышление меняется, и как некоторые темы, некоторые полезные советы я могу применить в своей жизни. Я считаю, что если бы я не читал книги, то я этот канал бы, возможно, был бы давно заброшен и забыт. Поэтому, друзья, я всем советую читать книги по саморазвитию, потому что если вы один из тех людей, кто направлен на самосовершенствование, на самопознание даже, то книги – это очень хороший ресурс этой информации. И книга, которую я всем рекомендую, это «Success Principles» от Джака Кенфилда. Прочитайте ее обязательно. That's it from me. This one was a little shorter than others, because I want people to be able to watch this twice if they need to. Others were like 5 minutes, 6 minutes. Hopefully this one is going to be a little shorter. Watch it twice, listen to it twice, because everybody who's been watching it twice said it, that whenever I watch it the second time, I get maybe like 4 times more than the first one. Because you already know what the topic is, and you already know some of the key words, and then you're gonna look for those detailed words. So watch it twice if you have time, but if you watch it just once, it's still good, okay? I'm still thankful that you are paying attention to me, okay? That's it from me. I'll see you in the comments. Пока-пока.